Вариант 24. День Победы – это великий праздник, имеющий большое значение для всех. У каждого человека есть родственники, которые принимали участие в защите своей страны в период Великой Отечественной войны. В военное время все старались поддерживать и помогать друг другу, а все ради того, чтобы защищать родные края от врагов. Люди тогда шли на великие подвиги, жертвуя собой, своей жизнью, но при этом пытаясь защитить свою семью от врага. К сожалению, некоторых из них уже нет в живых, поскольку со времен окончания войны прошло уже много лет. Многим солдатам так и не суждено было вернуться домой с боевых полей. Все они истинные герои, отдавшие свои жизни во имя благой цели, о чем обязательно следует помнить. Поэтому 9 мая – это еще и День памяти. Праздник, накануне которого взрослые обязательно рассказывают детям о событиях военного времени. Подрастая, молодое поколение передает полученные знания следующему. Эта традиция существует десятилетиями, и никто не решается нарушить ее. Нынешнему поколению очень трудно представить то, какими именно были военные годы. 9 мая – это день, когда жизнь одержала победу над страшной и мучительной смертью. Это праздник, когда все плачут, вспоминая те страшные дни, плачут от радости, что этого уже никогда не будет, и от гордости за то, что они победили.